Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня у нас на разборе новый проект, и это NFT. Называется он Boss Bulls Club. Это ультрареалистичное 3D искусство с невероятным вниманием к деталям. То есть это генеративный NFT, генерирующий 10 тысяч уникальных быков. Быки выглядят действительно очень круто, детали все прорисованы очень реалистично, и я впервые вижу вообще такие подробные NFT. Проект мне очень понравился, и я хотел бы рассказать вам о нем более подробно, тем более, что минт данных NFT состоится у нас уже 20 ноября. Время, конечно, еще есть. И, кстати, все это произойдет на блокчейне Solana. Давайте знакомиться с проектом более подробно, ну а для этого перейдем на их сайт. Ну что же, вот мы с вами и на сайте www.bossballsclub.com. Ссылочку я оставлю обязательно в описании, также оставлю ссылку на их Twitter и на их Discord. Ну их мы в дальнейшем с вами также посмотрим, туда советую вам присоединиться. Первое, что мы с вами видим, это, конечно же, вот эти самые NFT, как они будут выглядеть. Выглядят они действительно очень круто, да, то есть здесь показаны несколько вариантов, да, вот этих самых быков, какие они будут. То есть, каждая из этих NFT, она, конечно же, будет уникальна, как я и сказал, всего их будет 10 тысяч штук, не так много. И здесь у нас все это дело прорисовано, то есть и одежда, и там их мышцы, да, то есть рога, все это, конечно же, уникально. И вам может попасться как какой-нибудь там рарный, да, бык, так и обычный, да, то есть все мы это понимаем. И, как я и сказал, минт у нас произойдет на блокчейне Solana. Выбрали блокчейн Solana они неспроста, так как на нем очень низкие транзакции, да, именно сборы за газ. Ну и, конечно же, все это происходит очень и очень быстро. Этот блокчейн действительно быстрый. Какая цена будет, пока у нас неизвестно, да, то есть цену назовут они позже. Ну а для того, чтобы не пропустить это событие, да, и не пропускать различные новости, я советую вам, конечно же, присоединиться в их Discord. Ссылочку на Discord вы также найдете в описании под этим видео. Здесь выкладываются различные новости, можно позадавать свои вопросы. Да, кстати, они создали уже и русский чат, да, то есть можно туда присоединиться и там поспрашивать, вам обязательно помогут. И, конечно же, присоединяемся к их твиттеру, здесь выкладываются все последние новости, ну а также и у них бывают различные розыгрыши, да, то есть можно поучаствовать и в них, ну и получить быка, так скажем, на халяву, да, то есть за выполнение различных заданий. У них есть, допустим, вы можете приглашать друзей, да, то есть сюда в их Discord, ну и чем больше у вас будет инвайтов, тем, соответственно, вы сможете выиграть NFT, да, то есть здесь это все прописано, можете заглянуть в их Discord, в их Twitter, ну и, соответственно, поучаствовать. Здесь мы также видим вот этих самых NFT быков, да, то есть выглядят они действительно очень круто, да, если мы посмотрим поближе, давайте, у него прорисовано действительно все, и как мы смотрим, глаза как у живого, то есть, ну это действительно хороший NFT, видно, что художники здесь постарались и сделали действительно что-то такое уникальное. Вот этого я бы себе, кстати, хотел, да, то есть, ну, каждый бык, он здесь действительно красив и хорош. Золотой бык, думаю, будет очень дорогим, и кому попадется, тому повезет. Я думаю, что можно будет слить его гораздо выше, да, бык-фараон какой-то, ну и так далее. Ну, то есть, действительно, быки уникальны и очень крутые. Сейчас у нас NFT на хайпе, поэтому, конечно, такие лутки лучше не пропускать, да, то есть они сейчас качают все, и Discord, и Twitter, то есть реклама идет, ну и до 20 ноября действительно время есть, и я думаю, что хайп здесь будет хороший, да, то есть и, соответственно, на этом можно будет неплохо заработать. Ну и к тому же, что еще интересного, да, именно связано с этим NFT, у них будет не только NFT, но и свой собственный токен, да, это все прописано у нас в дорожной карте. Награды за то, что поставили на кон своего босса BullNFT. Да, что это означает? У проекта будут свои токены, да, токены босс. И как здесь можно будет зарабатывать? Вот эти самые NFT дают вам право, чтобы вы отправили их в стейк и зарабатывали токены. То есть награды за то, что поставили на кон своего босса BullNFT. Аналогично тому, как вы ставите криптовалюту и получаете вознаграждение, вы сможете поставить, да, то есть отправить в стейкинг именно своего быка.
Например, заблокировать его на определенный период и в обмен на проценты, которые будут выплачиваться именно в качестве нашего у вас собственного токена. Да? То есть у них будет токен. То есть этим NFT будет применение. Это уже круто. То есть то, что, ну, бывают, да, вот эти NFT, также и на Solana, и на других блокчейнах, но у них нет никаких преимуществ и, ну, толку с них нет, да, их купил и сразу же отправил стакан, заработал, либо не заработал, там уже как повезет. Здесь же можно будет зарабатывать на этих NFT, просто отправить их в стейкинг, ну и, соответственно, получать за это вознаграждение в токен. Ну, а токены также уже будут торговаться. Держатели токенов получают те же преимущества, что и держатели BOSS BALLS NFT. Плюс некоторые дополнительные услуги. То есть Solana позволяет нам так много делать из-за низких сборов. Мы все еще активно обсуждаем эту часть дорожной карты, поэтому следите за обновлением. Ну, как я и сказал, следить необходимо за их Дискордом и их Твиттером. Мы будем заказывать высококачественные и реалистичные фигурки, изображающие знаменитых быков-боссов. Да, кроме того, мы постараемся настроить пользовательские заказы, чтобы запросить точную модель вашего точного NFT. Видимо, они будут еще какие-то NFT создавать. Ну, как я и сказал, до 20 ноября у нас, конечно же, время еще есть. Ну и, соответственно, они еще, видимо, не все их сделали. Плюсы данных NFT также это качество превыше количества. Мы создаем красивое и уникальное искусство именно с бескомпромиссным качеством. Вот почему мы не торопились доставлять каждую деталь. Также внимание к деталям. Да, каждая деталь была тщательно обработана, и мы уделили внимание каждой детали дизайна. Другой подобной коллекции просто-напросто нет. Здесь действительно очень, ну, детальный NFT, все здесь прописано. Мы это с вами уже посмотрели. Также недостаточно многообещающие чрезмерно, мы создаем проект, который будет расти и совершенствоваться с течением времени по мере нашего взросления. Ну и приходите и станьте частью этого путешествия. Да? То есть приходите на Mint 20 числа и приобретайте NFT. Как я и сказал, NFT сейчас на хайпе, и на этом можно зарабатывать. Да, конечно, не каждый NFT дает нам плюс, бывают и минусы, да, то есть здесь не угадаешь, поэтому я советую вам, прежде чем инвестировать в этот проект, либо в какой-то любой другой, да, изучить его еще самостоятельно, да, то есть посмотреть все плюсы этого проекта, их обещания, да, то есть на начальном этапе мы можем верить только обещаниям, ну, а также можем пообщаться немного с командой, ну и, соответственно, уже выбрать для себя, доверяем мы им или нет. Да, вот этот NFT, такой бык-клон, тоже очень круто выглядит. Ну, здесь видно, что они, конечно, постарались, да, то есть это не какая-то там, ну, NFT-шки, которые там рисуют, так скажем, на коленке. Здесь действительно очень качественно все прорисовано. А видно, что у них крутые какие-то художники, да, которые их создавали. Поэтому мне и понравился данный проект, да, я думаю, что здесь можно, конечно же, иксануть. Все риски только на вас, да, то есть я высказываю просто свое мнение. Не факт, что будут иксы и мы сможем здесь заработать, но я попробую, да, то есть посмотрим, конечно, какая будет цена за NFT. Если она будет не очень высокой, то можно будет приобрести одного бычка. Ну, а там уже как пойдет, да, отправлю стейкинг и буду пробовать именно зарабатывать уже их токен. Ну что же, давайте подведем итоги. Мне проект BOSS BALLS CLUB понравился. Понравился он тем, что они придумали use case, так сказать, к своим NFT. Это очень круто, да, то есть можно будет зарабатывать на этих NFT, а не просто держать их там в надежде продать дороже, да, то есть здесь можно будет еще заработать и токены, ну а токены, соответственно, можно будет продать. Также, что еще мне понравилось, то, что их NFT, они действительно уникальны, и каждое NFT прорисовано очень хорошо. И это смотрится круто, я думаю, что многим может это понравиться. Поэтому я оставлю все ссылочки на данный проект в описании, переходим и изучаем. У меня же на этом все, я желаю вам большого профита и всем пока!